Всем привет, ребята! Вы на канале Lucky Bro Taekwondo. И сегодня у меня есть одна небольшая новость. Я сломал ногу. Также у меня есть костыли. Я сломал ногу, когда делал тидори ёпчаги ногой с развороту. Я хотел развернуться. У меня была впереди левая нога. Но я когда разворачивался, я подскользнулся и как-то упал, то что нога стала вот так. И у меня сломалось две кости на ноге. Вот эти две кости, только они вот здесь вот вначале начинались. Вот здесь сломались вот где-то. Только это было на ноге. И сейчас я покажу, как я хожу в коридоре на костылях. Я сломал ногу уже второй раз. Я в прошлый раз тоже ломал правую ногу. Мне было и грустно, и смешно. Потому что как я так умудрился сломать ногу? И вот такое у меня было настроение. Потом меня отвезли в травмпункт. И мне там наложили гипс. Теперь я тогда, получается, не попаду на соревнования, которые будут в эти выходные. Но если бы я не сломал ногу, я бы мог на них попасть. Поедет мой младший брат Вова вместе с моим папой и буду снимать видео. А еще будет третье видео с Богданом. В тот раз, когда было третье видео с Богданом, у меня еще не была сломана нога. Так что не пропустите его. Чтобы его не пропускать, нажмите на колокольчик, кнопку подписаться, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Lucky Bro Taekwondo. И всем пока! Потом меня отвезли в травмпункт. Потом меня отвезли в травмпункт. Потом меня отвезли. Потом меня от... Блин. Да ладно.